песни, которые летом звучат почти из всех ресторанов на набережной. В этот раз жители и гости курорта смогли услышать в исполнении звезд шансона вживую. Открыл фестиваль народный артист России Александр Буйнов. Для него, как и для многих приглашенных певцов, бархатный шансон – это не только возможность поделиться энергетикой с поклонниками, но и душевно пообщаться с друзьями и коллегами по цеху. Ведь из-за плотного гастрольного графика встретиться получается крайне редко. Фестиваль – это какой-то дом дружбы, получается. Это не конкурс, а это именно свободное общение. И так нам этого не хватает. Здесь мы общаемся и прикалываемся, анекдоты рассказываем, какие-то сценки из жизни вспоминаем, разыгрываем. Раньше фестиваль всегда проходил за границей – в Греции, Турции, Испании. За 14-летнюю историю бархатный шансон впервые решили провести в России, и выбор пал именно на Сочи. И я уверен, что организаторы не ошиблись, им понравится. Ну а для города это очередное продвижение. Это еще мотивация к тому, что надо приезжать в город Сочи, потому что здесь наряду с хорошим отдыхом, очень великолепным шопингом и вообще со всеми развлечениями можно еще увидеть то, чего не увидишь в своих городах никогда. В течение нескольких дней на сцене летнего театра пройдут сольные концерты популярных шансонье Михаила Шуфутинского, Елены Ваенги, Сергея Трофимова и других. Завершится фестиваль «Бархатный шансон» гала-концертом 24 сентября. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.